Сашенька, почему ты сегодня так рано? Скажи мне, милая, платок, подаренный мною, хранишь ли ты? Или, может, ты его стирать отдала? Я так люблю его, но сделать это мне придется. Что? Но не могу я это сразу сделать. Дорогой мой, ну что ты такой возбужден? Мой воин, мой воин, мой мой герой. Ха-ха-ха-ха, какой платок, их у меня 300. Нет, платок, который мной подарен с венцелями. Платок его. Фу, какие мелкие мужчинки. Платок я потеряла. О, я так и знал, о боги, о боги. Молилась ли ты на ночность демона? Платочек мой подарок, я видел у другого. О, дорогой Отелло, мне странно думать о платочке. Уже не помню я, когда в последний раз дарили вы мне что-нибудь в подарочки. Открой, кисуля, дверку. Кто там? Отелло, муж твой верный. Платочек клёвый, который я
дарил тебе. Не в платочке проблема, девочка. Так не любят красавица героев. Молись, молись, рыбка. Отелло, услышишь что-нибудь про эти чертовы пасы? Отелло, Отеллочка! Ой, нет! Убери руки! Кто следующий? Нифига себе, Новик годик. Ну и чё? А это зачем? Ну и чё? Я попала. Если вы думаете, что мы позволим перепилить народную артистку Республики Казахстан Нагиму Искалиеву, вы глубоко заблуждаетесь.